Molac je sa svojih 9000 bruto registarskih tona bio najveća podmornica svih vremena. Zamislili su ga i kao najubojitiju podmornicu, jer na torpedima je imao dodatne nuklearne bojne glave, a dakako i na raketama. Trup, građen od titana, imao je omogućiti plovidbu na triput većim dubinama od onih koje su svladavale zapadne podmornice. Teorijski je nitko ne bi mogao otkriti. Potpisan prijomni akt bil 29. dekabrja 83. года. Для того времени это был корабль передовой во всех отношениях. Вы видите, как лодка погружается. Вот решение этой задачи было настолько необычным, что когда мы вернулись в базу и доложили нашему руководству, командованию об успешном погружении на глубину 1040 метров, нам не поверили, решили, что мы ошиблись. Да, тяжело, конечно, сегодня смотреть на эти кадры, где показан этот уникальный корабль. Да, фильм кончается кадрами, как лодка уходит в штормовое море. Сегодня она уже не вернется. Komsomolac počiva 200 milja od norveške obale na dubini od 1900 metara. Uzrok nesreće, požar, buknuo je u kuhinji. Vatra se zbog nesretnog nacrta uskoro proširila na okolne prostorije, odjeknula eksplozija i podmornica je potonula. Temperatura mora 2 Celzijeva stupnja. U podmornici su samo 4 člana posade izgubila život, u bodi 40 podmorničara. Stigli su izvući samo jedan čamac za spašavanje, a u arktičkim vodama ljudsko tijelo može izdržati najdulje 3 minute. Как уже сообщалось, 7 апреля в центральных водах Норвежского моря затонула советская подводная лодка с атомной установкой. Наши корреспонденты передают из Североморска. Обстановка радиационная в районе затопления лодки нормальная. Суда, корабли боевые, которые следят за обстановкой, в том числе и за радиационной, то есть за экологией, которая сегодня волнует народы всего мира. Это тоже. И норвежцы беспокоятся, и мы беспокоимся. В этом там обстановка идет, доклады, обстановка нормальная, никаких изменений нет. А торпеды? А торпеды, они не представляют угрозы, они не приготовлены для боевого использования. Они хранились для хранения. Они в боевом, что ли, не во взведенном, что называется, состоянии. Поэтому они, по заключению специалистов, не представляют никакой опасности. Готовься писать. Давай, пиши. Но в общей эре полета и гласности заташкавание више не было могуче. У озрачью новонастале искренности первый су пут у явности избиле истинните чинјенице о русском бродолю атомски подморница. 1992 года нам удалось проникнуть через разрушение легкого корпуса. Впрочем, мы увидели там, что разрушения корпуса есть, они довольно значительные. Для нас это было действительно очень неожиданно. Когда мы проникли через волнорезные щиты торпедных аппаратов в носовую часть, мы увидели, что крышки торпедных аппаратов верхних, в которых находятся торпеды с ядерными боеголовками, приоткрыты. Ну, это свидетельствует о том, что боеголовки омываются морской водой, и что плутоний, который там находится, рано или поздно будет оттуда вынесен. Так вот эти 15 килограмм плутония достаточно для того, чтобы заразить огромное пространство, практически отравить все море. Плутоний страшное ядовитое вещество. Дело не в радиоактивности. Радиоактивность альфа у него, можно загородиться листочком бумаги, но любая частичка плутония, попадая в пищу, в человека, причиняет, будет являться основанием для рака. И плутоний это навсегда, в пределах жизни человечества, это 1000 лет он будет. После заявления Яблокова о том, что сейчас эксплуатация атомных подводных лодок представляет угрозу, а не простые там какие-то ситуации, у нас
кроме разговоров, ничего не сделано. На подводных лодках в различных стадиях, также в отстое, в эксплуатации, находится 394 реактора. Ако комсомолац потонуо испред норвешке обале, непрекидно пријети екосуставу Сјеверного мора и Атлантског оцеана, око отока Новаја земља пуних се 30 година бацао сав отпад Совјетске морнарице. Нуклеарни отпад. Има реактора с К-19, К-3 и К-5, озрачених дјелова с К-11 и К-27, цијела једна подморница с двама реакторима, брод потопљен с 2000 контейнера радиоактивног отпада, i još bar 17.000 kontejnera bačenih na 5 drugih mjesta. Значит, всего в этом районе у нас где-то 2, ну, грубо говоря, 2,5 миллиона кюри, в общем, слито, выброшено и так далее активность. Brodovi hrđaju, propadaju na dnu mora, ali njihovi reaktori i bojne glave mnogo su duljega vijeka. Golema mornarica koja nikad nije ispalila smrtonosne projektile, sada u smrtnim grčevima agonije prijeti uništenjem ekosustava Sjeverne Europe. Nikolaj Marmul bio je zbog neumornih pokušaja da skrene pozornost sovjetskih vlasti na teme obrađene u ovoj emisiji osuđen na zatvorsku kaznu od 8 godina. Oslobođen je 1990. bio je jedan od posljednjih političkih zatvorenika u Rusiji. Odabrala Nedaric, prevela Anka Katušić-Balen, tonski obradio Željko Grgurić, čitao Tomislav Baran, pripremila Gordana Klajić, urednik dokumentarnog programa Miroslav Mikuljan, obrada Hrvatska radiotelevizija.